daydream. Добрый вечер! С вами в студии Нью-Йорка SAFN вновь Татьяна Кимпински. Осень принесла нам небольшое похолодание, но большинство жителей Нью-Йорка согреты благодаря многим советским инженерам, день и ночь работающих над восстановлением электростанции, поврежденной в результате последней подлой атаки мятежников. В содеянном подозревается призрак свободы, таинственный человек, причинивший уже немало хлопот нашим войскам и совершивший немало внезапных нападений на советских людей. Сегодня товарищ генерал Татарин так прокомментировал этот инцидент. Все, чего добился этот призрак свободы и его жалкие сподвижники своими действиями, это неприятности на головы и без того многострадальных граждан Нью-Йорка. Ради блага всех людей, остановитесь! Мы просто не в состоянии обеспечить пищей и теплом тяжело работающих мужчин и женщин, пока не сможем полностью гарантировать безопасность представителей пролетариата. Товарищ Татарин! Полковник Бульба сообщает, что ситуация только тогда станет управляемой, когда призрак свободы будет найден и ликвидирован. В противном случае, против нас и наших союзников будут предприняты серьезные меры. Как вы прокомментируете это? Я надеялся решить этот вопрос цивилизованным способом, без дальнейших жертв. Мы должны стабилизировать ситуацию, а не усугубить ее еще больше. Больше никаких вопросов. Спасибо. Смотрите наши выпуски через некоторое время. Здорово, друзья, с вами Терминатор. Мы продолжаем проходить Freedom Fighters. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А мы начинаем. Точнее, мы продолжаем. Уже осень, мы уже оделись. Немножечко. Иногда мне становится интересно, откуда у мистера Джонса такая информация. Точно, он несомненно связан с ними. И у нас бы ничего без него не вышло. Интересно, чем он занимался до войны? Наверняка работал на Уолл-стрит. Я думаю, Крис и он были связаны. А, вот вы где! Отличная работа! Вы отлично разобрались с советским опорным пунктом и порадовали нас. Мы действительно зацепили их на этот раз, и они вызвали приличное подкрепление. Операция начнется ночью, поэтому постарайтесь постоянно прятаться на затененных участках. В данном районе есть три важных объекта. Советы отгружают БТРы в доках, и они будут нашей первой целью. Следующая — электростанция. Несколько наших ребят пытались уничтожить ее вчера ночью, но были схвачены. Мы думаем, что их держат где-то поблизости. Последняя цель — кинотеатр. У нас очень мало информации об этой цели, но известно, что большое число войск перемещаются в этом районе, поэтому нам необходимо принять меры. Это сложное задание, Крис, но мы знаем, что вы сможете его выполнить. Итак, мы получили информацию. Вот у нас опять есть три локации, на которые нам надо переместить, которые нам надо захватить. Значит, мы начнем, наверное. Вот, мы берем складской район и перемещаемся в него. Мы из канализации выходим в складской район, потому что здесь нам надо взорвать два моста. Первый мост находится здесь, второй здесь тоже недалеко. Здесь вон еще бабулька есть. Советские солдаты забрали моего сына. Он ничего не сделал. Они держат большую группу людей в гавани. Это просто ужасно. Пожалуйста, помогите. Я хочу вернуть своего сына. Верну я твоего сына, не переживай. Все будет. В
Второй мост находится вот здесь. Вон он. Его даже отсюда видно. Мы сейчас его взорвем. Да стойте здесь. Взорвем этот мост, и мы предотвратим поступление подкреплений. Фак, там меня, походу, сейчас убьют. А, хер им там. Лашпеды. Отлично. Чуваки, команду ко мне быстро пошли. Пошлите спасать зеков. Ёй. О, я в воду упал, фак. Но мы поднимемся, и ничего плохого не случилось. Так, мы поднялись по лестнице, и у нас теперь все хорошо. Хотя, если бы я не упал, меня бы, скорее всего, убили. Где-то там вертолет летает, да? Смерть крысам, смерть мышам. Так, давайте мы пройдем здесь. Вот как надо убивать его. О, здесь бабка. О, там наверху солдаты плохие. Надо как-то пройти аккуратно. Давай, 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 чуть-чуть осталось пробежать. А, это, я думал, там мой сначала. Нам нужно спасти зеков. И мы тогда сможем еще одного человека в свою команду брать. Что такое? Ёй! Тварь гранату кинул. Иди отсюда, вообще вонючий лох. Откуда по мне стрелять? Кто смеет? Это ты. Смерть крысам. Вы крысы вонючие. Моего друга убили. Давайте его вылечим, негритосика. Мы должны убираться отсюда. Сделай что-нибудь. Здесь у нас под напряжением, значит, находится клетка. Поэтому нам нужно уничтожить трансформатор. Выведи нас отсюда. Так, погоди ты, мужик. Вот он, видимо, трансформатор. Давайте здесь мы установим С4. Пацаны, в укрытие! Я пока наверх залезу. Так, отлично. Отлично, отлично. Там вот вертолет летает. Поэтому дальше, чем спасение этих зэков, мы не сможем пройти. Потому что нам нужно сначала уничтожить вертолет. Вызвали меня, я помогу тебе сражаться с коммуняками. Все, отлично. Спасаем, значит, мы зэков.
Нам нужно побыстрее достигнуть канализации. Красные будут разыскивать нас наверху. Все, чуваки. Здесь до канализации недалеко. Вот, я вам уже ее открыл. А, нет, я ее не открыл. Открываю вам канализацию, я и все, валите. Черепашки-ниндзя. Отлично, мы можем брать еще в команду одного человека теперь. Последуем за ними. Нам нужно на другую локацию. Так, мы берем что? Кинотеатр, наверное, да? Да, нам нужно в кинотеатр, потому что здесь вертолетная площадка. Итак, поднимаемся из канализации мы на локацию кинотеатр. Здесь нам надо уничтожить вертолет, который не дает нам захватить ту территорию, где мы уничтожали мосты. Поэтому вначале нам надо уничтожить вертолет. Вот мы находимся здесь внизу. Вот тут мы находимся. Вот мы. Вот вертолетная площадка. Кинотеатр. То место, куда нам надо установить флаг. А, я думал, это бочка, а это дверь, оказывается, вообще. А, нет, это бочка, только она не взрывается почему-то. Да сколько вас тут вообще? С первой волной мы справились. Поэтому теперь мы должны здесь аккуратно пройти. Ёй, нас уже спалили. Ко мне, ну-ка не идите туда, быстро. Ко мне, пацаны, пацаны. Моего уже убили, ну и валяйся там, ублюдок. Ты нахер туда пошел? Нахера ты туда пошел? О, она убила его. Берем давай тёлку с калашом. Стойте здесь сами. Убейте их. Вот этих надо вообще убить, чтобы они... Их вообще подпускать нельзя ко мне. Они очень опасны. Самые опасные, кто здесь есть. А нет, еще есть такие пулеметчики бронированные. Но они будут попозже. Фак. Прилетело мне. Со снайперки сверху ко мне. Снайпер придурочный там стоит наверху. Так. Кого я взял-то вообще? С калашом. Еще чувака с калашом возьмем и... Еще с калашом возьмем чела. Всякие пистики нам не нужны. Че ты? Пошел нахер! Я у них там снайперку видел. Только я ее что-то не взял. Сейчас мы будем тоже снайперы. Возьмем снайперку. Вот же она. И сейчас поуничтожаем кое-кого. Еще снайперку возьмем, патроны. 29 патронов, можно 29 человек замочить. Я промазал, фак. Да ёкарны. Ничего дядьки не осталось. Раз.
На! Ты что, кувыркнулся, когда сдох? Пошли вниз, быстро все! А тут я один остался, тут никого нет уже, все меня кинули. Вот они, конечно, даже не ждут. А вон они все стоят вообще. Я, пожалуй, взорву этот вертолет к чертям собачьим. Установить С4. Устанавливаем С4 и взрываем вертолет. Убегаем! А-а-а! Быстрее, быстрее, быстрее! Убегаем, 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 убегаем! Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, пацаны! Так, здесь кто? Здесь вот наши есть. Так, аптечек 8 штук, видимо. Это очень хорошо. Это очень хороший показатель, что у нас очень много аптечек. Ёй, куда ты убежал? Тварь! Подвинулся, я в него не попал теперь. Так. Вообще могёте, пацаны. Чё, вот этих надо замочить? Раз. Я не понял. Еее, бей котов. Каких котов нахер? Фух, чуть мою не убили. Еее. Сейчас этому в жбан как стрельнем. Че он живой-то, я ему в жбан попал. А он сдох. А нет, живой. Блин, мою подбили. Или моего, кто это сдох? Это мужик сдох. Хотя нет, это тёлка. Сначала я подумал, что это мужик. Блин, блин. Сюда идти. Моего убили, фак. Сейчас он за... Заходят слева. Фак, фак, фак. Раз. Два. Это тоже за пулемет бежит. На. Возьми аптечку, говорит мой главный гер. И дает ему ее. Так, пожалуй, у меня 2 патрона всего осталось. Можно еще кого-то замочить. Там он уже война вовсю идет. За мной, за мной, за мной. Ой. Помогите, у меня снайперка. Прям частяк упал. Отлетел у него. Калашик в сторону. Тоже называется эпическое убийство. Здесь пройдем. Здесь вот наши воюют вовсю. 2 патрона. Снайпера замочим. Че он там сидит? Ёй! А, я на пулемете, я всех порву! Ух, я успел аптечку захомячить. Давай нахер!
Вон там еще бегает. Я вообще стреляю, просто куда. Даже не по людям, просто по объектам стреляю. Так, моего подбили. Мужик, здорово, не умирай. Вот аптечки, кстати, есть. Один патрон остался в снайперской винтовке. На! Все, патронов больше нету. Сколько аптечек? 4 аптечки всего есть. Так это не мои сдохли. Че их лечу-то? Вот тут еще есть 3 аптечки. Так, у нас 7 аптечек. Сейчас я буду вас всех бить. Стреляй с пулемета по ним, мужик. Тоже на пулемете сидит. Сейчас я тебя замочу. Граната! Есть, попал жбаному. Так, а какой из них мой? Ты будешь моим. Ну чё? Мы всех убили. Отлично, мы всех убили. Вот еще аптечечки. Я даже съем аптечку себе. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь наверху есть. Может, какие-нибудь патроны? Тут вообще ничего нету. Ну что, идем захватывать кинотеатр. Это наша территория. Какого хера вы сюда пришли? А, блин, вот кинотеатр тупой, они там за этими сидят. Ты что, там телек смотришь, что ли? Быстро всех гасить нахер. Какой-то неумираемый просто. Смерть, крыса, смерть, мышь, смерть, енот, смерть, барсук. Туда. Get moving. Вы где нахер? Туда теперь. Че, никого нету? Всех убили? О, еще аптечки. Че-то аптечек до хера. То их нету, то их хоть жопой жуй. Итого. Ко мне, пацаны. Мы здесь поднимаемся по лестнице. Так, все красиво сделано. Все уютненько. Никого, что ли? Никого нету. Но есть лестница. Поднимаемся по лестнице. О! Здесь есть кто-нибудь? Ой-ой, здесь дохера людей. Так, дробаша убили. Не подпускайте себе этих козлов. Так, потры закончились. Капец, этих здесь, конечно, бежит. Пулеметом мужиков. Так, вот флаг. Кому они там стреляют? Снайпер, что ли, был? Сюда патроны, сюда патроны, сюда патроны.
Да, очень много у них патронов. У стольких людей собрал патроны и собрал всего 60 патронов. Это не катит. Тем более, если с этого автомата стрелять, тут патроны вообще быстро уходят. Так, друзья, мы захватываем кинотеатр. И снова он становится под нашим знаменем. Приходите посмотреть какое-нибудь кино сюда. Бич! Миссия выполнена! Ой, я всего 37 человек убил. А борцы за свободу 60. С вами был Терминатор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем удачи и всем хорошего дня. Бой!